Конкурс «Трезвое тело» в нашей республике проводится в третий раз. Его организатором являются региональное общественное движение «Трезвый Башкортостан» и исполком Всемирного Курултая Башкир. Главная цель сторонников данного проекта – объединение усилий общества и государства по сокращению потребления алкоголя и других наркотиков. В текущем году объявлен конкурс «Трезвое село», но имейте в виду, что «Трезвое село» – это не только касается села, можно это применительно «Трезвое предприятие», трезвая там фабрика или трезвый дом, трезвая улица, трезвый город, все можно под это, под этот конкурс подвести. Самое главное – борьба за трезвость. По словам организаторов, муниципальные образования принимают активное участие в конкурсе. В этом году в оргкомитет подано более 100 заявок, в числе участников и сельские поселения Куиргазинского района. Мероприятие, которое сегодня организовал исполком, оно такое очень плодотворное было. Выступление лектора очень понравилось. Ну, в общем-то, те цифры статистические, которые он приводил, они ужасают. Я даже не знаю, какие эпитеты здесь можно подбирать. Ужасают, становится страшно. Действительно, мы видим, что гибнет нация. Одним из основных аспектов реализации программы является проведение для жителей страны профилактических лекций и семинаров.